From June 2nd to 4th, 2024, the International BRICS Women's Entrepreneurship Forum was held in Moscow, the capital of Russia, at the Radisson Collection Hotel. The business event was attended by more than 300 delegates from 30 countries, including representatives of the national parts of the BRICS Women's Business Alliance from 10 member countries of the association. His Excellency Sergei Ryabkov, the honorary guest of the Russian Sherpa in BRICS, Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia, made a speech at the forum. The BRICS Culture Media Forum and the Times of Russia acted as information partners of the event. The forum was organized by the BRICS Women's Business Alliance. Иран новый член БРИКС. Как вам кажется, какой потенциал участия Ирана как новой присоединившейся страны БРИКС? Ну, с 1 января мы видим, что иранские коллеги самым активным образом, я бы даже сказал, с энтузиазмом, включились в работу во всех форматах, которые есть БРИКС. Мы отмечаем их весьма активное, не просто вовлечение, но весьма активное стремление продемонстрировать общность линий всех стран БРИКС, в том числе в их подходах к региональным сюжетам, к политике и безопасности. Что касается экономики и финансов, сами понимаете, что это направление для них тоже представляет первостепенную значимость везде, на всех площадках, во всех форматах, на всех форумах и в ходе любых контактов мы видим максимальную вовлеченность Ирана, мы это можем только приветствовать. Скажите, помимо глобального саммита в Казани, какие еще, какие форматы предусматриваются в рамках председательства России БРИКС? Всего около 250 мероприятий самого разного плана, начиная, как вы совершенно точно отметили, ключевого события, это саммита БРИКС в октябре в Казани, и до фестивалей, конкурсов, а конкурсы тоже охватывают весь спектр мыслимый, начиная вот от конкурса женских стартапов и заканчивая до конкурса пекарей и кондитеров. Спортивные игры в БРИКС в ближайшее время пройдут с максимально широким участием и заинтересованностью со стороны, в том числе не входящих БРИКС стран. В Казани это произойдет. Казань вообще столица БРИКС. Там и муниципальный форум намечается. Это один из элементов работы по региональному, так сказать, треку. Московское правительство в это вовлечено самым непосредственным образом также. У нас предстоит серия министерских встреч, в том числе ключевые форумы министров, занимающихся реальным сектором, и буквально 10-11 июня в Нижнем Новгороде важнейшая встреча министров иностранных дел, на которой, как мы уже можем сказать достаточно уверенностью, будут присутствовать не только БРИКСовские министры, но и достаточно широкий круг приглашенных государств, не входящих в БРИКС. Созданный в 2020 году, что по историческим меркам буквально вчера, Альянс активно развивается, проводит интересные мероприятия и уже многого достиг. Нынешний Московский форум собрал широкий круг представителей бизнеса стран объединения и других дружественных государств. Выбранная организаторами тема форума «Создавая будущее вместе» отражает главенствующие сегодня тенденции, направленные на созидательное развитие. Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон и с опорой на мнение всех можно преодолеть стоящие перед современным миром вызовы, обеспечить формирование нового мироустройства, отражающего политические и экономические реалии и чаяния государств мирового большинства. Все больше стран и все больше людей по всему миру
хорошо это понимают. Именно такого подхода мы стараемся придерживаться в рамках БРИКС, все участники которого знают, что на этой площадке их голос будет услышан. Присоединение с 1 января 2024 года новых членов значительно укрепило коллективный потенциал БРИКС и его способность вносить вклад в формирование глобальной повестки дня. В рамках российского председательства в объединении большое внимание уделяем повышению роли развивающихся стран в глобальной системе принятия решений. Работаем в интересах поддержания стабильности глобальных цепочек добавленной стоимости. Очень важно в интересах обеспечения надежных платежных механизмов помогаем укреплению торговых и инвестиционных связей. Эти усилия призваны в конечном итоге помогать расширению и упрощению бизнес-контактов. С присоединением новых стран исламского мира, наследников древней египетской, древнеперсидской, древнеарабской, древнеэфиопской цивилизации, палитра красок БРИКС стала еще ярче и богаче. В БРИКС каждое государство уникально, обладает богатой историей, играет возрастающую роль не только в своем регионе, но и на глобальном уровне. Важно, что они результативно встраиваются в широкую сеть многостороннего сотрудничества БРИКС. И мы видим, что представители новых стран, членов объединения, весьма активны на бизнес-направлении БРИКС. Появление новых идей, новых контактов, новых нитей, которые будут служить дальнейшему практическому сближению наших государств и превращению БРИКС в платформу, где ведется многоплановая работа в интересах благополучия, процветания, поступательного развития и входящих в него государств и мирового большинства. Спасибо.